Столкнувшись с зимним дефицитом энергии, люди по всей Греции прибегают к более дешевым источникам отопления, таким как дрова. В ответ на растущий спрос, несколько местных советов по всей стране приняли участие в бесплатной раздаче дров нуждающимся. В Глифаде, пригороде к югу от Афин, такая программа была запущена в 2021 году. Желающие могут подать заявку, и как только она будет обработана, они смогут взять столько дров, сколько поместится в багажник их автомобиля. В этом году, по мере усиления энергетического кризиса, в Глифаде наблюдается рост числа заявок. Уже принято около 4000 запросов, и мы идем дальше. Программа будет работать в течение всей зимы, заявила глава департамента гражданской защиты муниципалитета Глифада Анна Кавка.